have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это Doom. Мы с вами купили там два костюмчика, если вы помните. Я сказал, что, наверное, даже одену. Да, вот я одел костюм Sentinel, Стража, и, наверное, в нем мы пойдем дальше. Поэтому давайте, ребят, увидимся в игре. Оп, а вот мы уже и здесь. Аж с 2% брони. Смотрите, да, там трещина есть. Давайте сейчас за... Минуточку, я забыл, как играть. Черт побери. Да, так. Здравствуйте. О, секретик найден. О, монетка, здравствуйте. Хорошо, тогда, пока мы идем в арсенал, у нас есть еще одна монетка, которую мы можем качнуть. Кстати, у нас еще 4 АЧК. Гренки. Гренки я уже прокачал максимально. Микроракеты. Блин, на микроракеты надо 5. Бесконечные ракеты. Давайте я наберу еще одно очко это и поставлю. Кстати, да, ребят, я тут зашел на секундочку, поменял местами. Ну, потому что у меня было расставлено. Почему не пользовался этим пулеметом? Он у меня стоял на семерке или на восьмерке, я не помню. В общем, теперь у меня дробаш. Второе — это пулемет. Третье — плазма. Четвертое — ракета. Пятое... Ну, пятое, шестое. Короче, сократил до 6 оружий, которые мне нужны, потому что пулемет и винтовка, они используют одни патроны. Но если винтовка у нас будет использовать бесконечные ракеты, как там написано, это будет круто. Ладно, секретик мы открыли, давайте пойдем дальше. Вкратце я почитал историю стражей. Черт, чертов тотем, где мне его теперь искать? Вон он, вижу, там за мной Пинки гоняется. Я просто смысла не вижу сейчас их убивать, потому что там есть тотем. Ау. Чувак. Все, теперь можно поговорить с ними. Ау. Пинки можно просто распилить, если что. Воу-воу-воу-воу-воу! Чувак, ты что вообще делаешь? Стоп, мне надо вас поджечь немножечко. О, здесь внезапно подберем. А, мы с вами так сходу... А, вот и weapon point acquired. Отлично. Тогда сейчас, возможно, будет просто смысл. Давайте посмотрим. Арсенал. Так, ну здесь я прокачал все, что можно. Нет, не прокачал. А что оно даст нам? После того, как зарядится полный заряд, собственно. А, плазма получит... дополнительный дэмэдж на короткое время. Не знаю, насколько мне это нужно. Не уверен пока что. Здесь можно будет захватывать вторую вражину. А вот это неплохо. Арбалетом, кстати, я тоже не особо пользуюсь. И, как видите, он у меня и не прокачан-то. Знаю, возможно, зря. Ну ладно, здесь... А, это мы как раз прокачали. Это у нас, что турельки не перегревается. Давайте тогда, в самом деле, здесь, вот на микроракетке, сейчас мы вот эту штуку качнем, вот, и сделаем нам бесконечные микроракеты. И теперь, возможно, будет ошибка то, что я переключил куда? На восьмерку? На семерку? Теперь у меня это на семерке, знаете, давайте сразу на микроракеты. Сделаем вот так.
Здравствуйте. А мне сюда, наверное, да? Так, тут плазма. Плазму можно взять. Тут секретиков никаких нету. Нет, тотем и та еще срань, если что. Мне не нравится. Так, и альт, там туда. Хорошо, как мы это сделаем, пока не знаю. Но подсказка нам говорит, что нам как-то туда. Значит... Нет, нам ни разу не туда. А, туда. А каким образом я туда попаду? Ага! Ага! Все, я понял как. Вот почему оно зеленым-то светилось. Мне теперь сюда надо. Так вот, ребят, значит, стражи, собственно, они у нас... Ну, это было в описях стражей. Они, когда воевали с демонами, как бы жрица открыла силу демонов, и эту же силу придавала стражам. Поэтому стражи и победили демонов в свое то время. Вот. Но... теперь вам в другую сторону. Но сами стражи, они не знали, что это за сила, откуда она берется. И при этом многие отказывались принимать эту силу. Блин. Сосредоточиться на самом деле, куда мне идти. Так вот, оказалось, что сила эта приходит из выкачивания жизненной энергии других. Вот, собственно, то, что здесь делают демоны, они вот выкачивают жизненную энергию, отделяют душу, по идее. Вот. А мне теперь не туда случайно? Или я отсюда пришел? Сейчас посмотрим. Я, видимо, отсюда пришел, теперь не туда. Вот. И стражи такие, типа, нет, как мы могли. О, не-не-не-не-не, я все понял. ХПшечку, чуваки. Блин, закончилась эта фигня. Надо колбасу докторскую, блин, разрезать, она меня бесит. Отвлекает меня. Вот этот чувак стал дофига часто попадаться. Черт побери! Блин, мне надо мелкого какого-то распилить. А есть мелкие вообще, нет? Есть. Хорошо. Жизни хоть немножечко вернули. Да елки ты палки! Хорош меня зажимать! Есть, справились. Вот этот типок очень неприятный. Крайне, блин, неприятная сволочь. О, туда можно уехать. У меня патронов, кстати, не осталось. Давайте на плазме, наверное. Или вниз можно даже. Ух ты, сейчас посмотрим. Или это наоборот сделано, да, чтобы вниз, потому что... Да-да-да. Это сделано, чтобы можно было вниз уехать. Наверное. Сейчас посмотрим. Да, здесь секрет. Чит-код. Прикольно. Хо-хо-хо-хо. Здравствуйте. Право на одно бесплатное убийство. Да, буква В, по-моему, мне что-то вытаскивается. Сейчас посмотрим. Вывезите меня обратно. Лифт будет? Плохо. Хорошо, что догадался вниз посмотреть. Так, теперь нам сюда. И надо бы кого-то распилить. У нас две канистры.
«Разжигайте вечное пламя». Значит, вот вам почитать. Но опять же, я потом буду читать и переводить. Ну, вы видите, как мне удается рассказывать со всеми этими бойнями. Вот. В общем, фишка-то в чем? Когда стражи узнали, как именно получается эта энергия, они разделились. Часть остались, ну, за жрицу, часть решили, что это неприемлемо, и она сама еще Диада, и ее надо убить. Собственно, вот это вот Кан-повелительница так и получилось. Те жрецы, которые вроде как были раньше за стражей, они... Он кого-то разрез. Так вот. О-хо-хо, привет, чувак. Давай вот так сходу сделаем. Там заряд от БФГшки. Это хороший или плохой знак? Надо поджечь. Поджечь, говорю. Заряд от БФГшки. Я не уверен, что я этому рад. То есть, если это дают, они такие официально признают. Чувак, сейчас будет задница. Просто... Просто беги. Так. С вот этими вот ребятами я не очень сильно дружу. Спасибо, меня закрыли. Да? Ну давай. Пока. Эта штука набирает... Уйди ты со своим щитом чертовым, тебя уродыш! Так. Мелочь разбираем. Уйди, горгуль. Недодуль. О! Здравствуйте, кибердядька. Вы видели, что там? Я не тем стреляю, я не тем! Их уже два сразу! Блин, 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 блин! Знаете что? Ой, я дурак! Так, по-моему, эта битва будет проиграна, мне кажется. 33 хпшки. Ой, я так глупо сейчас БФГ просрал. В самом деле. А, я ему только одну фазу сношу таким образом. Ну блин, это нечестно. Типа я думал, я могу любого демона так расфигарить. Critical damage есть. Так, у меня есть вот это. Жаль, такую добиваловку мне.
как жаль, что я БФГшку просрал. Ладно, меч профигарил. Ну, как бы, это было жалко, конечно. Но БФГшка вообще в ноль ушла. Я думал, он сейчас, типа, пульнет, и я спрячусь за... Оп! Он ее заряжает долго. Я просто так мало из нее стреляю. Я не помню всех этих особенностей. Сейчас меня это, к сожалению, подвело. Ох ты ж. Печалька. А, вон, ванап есть. Как ее забрать? Я как раз одну жизнь только что... Да, кстати, и жизнь потратил. Это тоже печалька. Как мне жизнь забрать? Я хочу. Есть. Хоть восстановлю себе немножечко. Ну, потому что... Было бы вообще грустно. Я потратил ту одну единственную жизнь, которая у меня была. А зачем мне сюда? Ай, больно. Очко претарианца? Серьезно? Я же вроде как их уже не собираю, наверное. Надо бы сейчас посмотреть. Так. О, а мне сюда и надо. Искал секреты, блин, нашел как пройти. Ладно. Давайте посмотрим. Ла-ба-бам, костюмчик. Костюмчик у нас три. Собственно, вот этих вот. Ну, давайте я вот этот проскочну. Все. У меня есть все, что мне надо, поскольку криогреной я не пользуюсь. То я, в принципе, в шоколаде. Так, жизнь я взял. Вроде все, что мне надо, взято. Или даже взято, знаете. Броньку покоцали. Ну, ладно, с этим ничего не поделаешь. Джеронимо! Это выход с уровня? Серьезно? Так, exploration challenges, да, пофиг на челленджи, давайте. Поехали дальше. Некроволь, часть вторая, собственно. Поехали. Фух. Ну, такие, приближаемся к концу, но здесь еще прям жестенько еще все. Он погас. Ну ладно, я в принципе получил все, что хотел. Inside that citadel is the soul extraction chamber. We must make our way through and to the top, where the pure Argent energy is exported directly to Urdak. Прямо на Урдак, на чердак. Тут нас сразу встречают низшие демоны. Так, чувак, ты знаешь, куда можешь пойти? Слушайте, а вот эта пушка его хорошо берет. Пойду возьму на нее еще патрончиков. Вот эта пушка его прям хорошенько фигарит так. Вообще, пулемет это тема. Надо только успевать на него патроны подбирать. Мне сюда. Зеленочка говорит, что мне сюда. А значит, надо осмотреться вокруг. А вдруг еще и куда-то еще можно... ну сюда, это понятно, что туда. Нет! Ну давайте этих крякодемонов сюда. Thank you.
свидания. Все? Поговорили? Минуточка, а сзади тут ничего разве нету? Ха-ха-ха, потрошки есть. Не зря зашел. Так, теперь нам сюда. А тут что у нас есть с этой стороны? Ничего, серьезно? Аптечечка есть, ну, даже неплохо. Есть, долетели. Что нам предлагают? Я, кстати, теперь стал вот пулемет синего цвета и плазма синего цвета. Теперь я их стал путать. Очень прикольно, да? Здравствуйте. До свидания. О, ревенант! Все, я вас понял. Эти фазовые бисты. Оп! Выкручиваем. Чувак, у тебя батарейка села. До свидания. Weapon point летят один за одним, так если что. Их хватает. Так, старый добрый дробашек помог нам справиться. Хотя ракеты дают. Так, на карте. Но я эту штуку взял, да? Вот я же говорил, что тут есть какой-то секрет. Офигеть. А вернуться я туда уже не... Здравствуйте. Я думал, вас уже не будет. Иди сюда. Вот это да. Класс. То есть на карте мне там показывали секрет, но я не мог понять, так это или так. Что вы мне здесь... Вон эта штука. Но как туда попадать? Вот в чем вопрос. Ха! Можно! Ванап. Ванап, я вот это фактически то, из-за чего я бы сюда пришел. Потому что... Еще одна монетка эксклюзивная, да? Давайте. Металл. Хорошо. Испытание фиг с ним. Мне оно не надо. Я не жадный. Я же сказал, что здесь... Я просто не туда посмотрел. Как-то посмотрел сюда, а надо было чуть-чуть еще довернуть. Увидел бы, что туда можно пойти. Ладно. Две дополнительные хп-шечки у нас. Ну, не хп-шечки, а жизни прям такие целиков. Все. Да, здесь испытание, но на испытание уже плевать. Здесь нас ждет битва. Удобно, удобно. Когда карта тебе сразу все показывает, удобно, не буду спорить. Итак, кристальчик мы БФГшки у нас нету? Угу. Удачно просрано. Так, кстати, у меня 5 очков. Давайте посмотрим, что и где я могу прокачать. Дистанционная детонация, мне оно как-то фиолетово. Снайперский режим, а что он будет давать? А, хедшоты будут разрывать. Ну, блин, не знаю, мне это не надо. Давайте, может быть, энергетический щит.
Хотя этим тоже не пользуюсь. А здесь? Так, ладно, у нас есть вот эта штука. Давайте ее потратим. Двойной захват. Потому что ракетами мы пользуемся хоть когда-то. Теперь можно будет захватывать до двух целей. Классно. То есть, по сути, под конец этих очков мастера дают очень много. Your people are made to suffer. Processed souls for the con maker's world. I assure you, this could have been avoided with different leadership. То есть вот тут, собственно, собирается вся эта эссенция из человеческих душ. Эти двое ребят такие, как полицейские рядом. Один синий, другой красный, такие мигалочки. У-у-у-у. Опс, по-моему, тебя разорвало. Патрончики можно? Блин, а у меня, кстати, были... У меня были патроны на распиливание чего-то большого. Сдохнуть, например, не хочешь, блин? Что? Там что-то большое опять, да? Что я в него кинул только что? До свидания, чертяка. Ох. Красиво все сразу замигали такие. Надо броньку, надо броньку. Чувака просто разорвало. От счастья, наверное. Да заманали, блин, кто это стреляет? Блин, я неправильную насадку использую. Оп, экстра жизнь. Плохо. Я опять начал терять экстра жизнь, и это плохо. Когда я успел... Когда мне успела поменяться насадка, черт побери? Отстань от меня. Ты невкусный. О, плазма. Бесконечная плазма. Фу, плазма закончилась. Checkpoint reached. Есть. Что? Нормально сдохну. Карл? Такой одной пулькой бздынь. А, все. Дело даже не довело до этого состояния. Блин, я стабильно одну жизнь теряю. Это плохо. Это плохо. Я расстроен. 180. Хорошо. Так, тут мы потрошки пополним. Хорошо, что я еще одну там нашел. Спасибо мини-карте. Ну вот, на этот раз это было действительно очень в тему. Аптечка. Это я могу себе Blood Punch пополнить? Могу. Кусочек броньки валяется. 2-3. Отберем. Тут, ну вот, видите, тут секретов типа нету. Все секреты внизу. Тут какая-то тайная битва, скорее всего. Вот это вот с ключиком.
Ракетами я так и не пользовался, опять. Черт. Ладно, куда? А, это следующее предыдущее оружие. Кстати, да, тоже тема. То есть циферки-то я переставил, а на X у меня следующее предыдущее оружие. Хо. Почитать. Давайте почитаем. Почему я нажимаю на I? Так. Это можно почитать, это можно посмотреть. Переводы ждите в дальнейших сериях, как обычно. Концезидательница, жрица. Зачем сюда можно? А, вообще упустил. Здравствуйте. Да, это испытание. Испытание нафиг не надо, мне не уперлось никуда. BFG. The suffering on Earth, the bloodshed, all of it for this. Once the soul is extracted, the husk of the human body will over time transform into the demons you fight now. The extracted soul, the remains. Когда души извлекают, собственно, ненужные тела превращают в демонов. Так и получаются демоны. Поэтому, когда стражи... Да, об этом было написано, когда стражи... воевали с демонами, то демонов никак не уменьшалось, потому что из убитых же стражей делали новых демонов. Блин, эта пушка просто жжет напалмом. Не-не-не-не-не! Нет! Где этот урод? Где этот урод? Я не буду воевать со всем этим говном. Это талант. Я опять просрал БФГ. Какая крутость, блин, я сейчас... Ну вот куда он делся? Куда это говно могло деться? Вроде ж небольшая территория. Да-да-да. Расскажи мне об этом. Не-не-не-не-не, идите нафиг. Я вас не звал. Аптечки будут, не? Блин. Все, готов, да? Готов. Ты будешь моей быстрой аптечкой. Ой, вот это сейчас было красиво. Там вот этот. Да, там этот чувак мне не показалось. Да иди нафиг. Вы мне хотите сказать, что я его не убил этим? Ух, вот это сейчас жестоко. Мне нужны деньги.
Где он? Наконец-то! Да! Казнь палача, блин. Своим же топором, чтоб тебя. Фух. Ты на кого замахнулся вообще? Косолапый. Это сейчас было очень стрёмно. Ладно. Самое отвратительное во всем этом, что я опять просто так зря в никуда жахнул БФГшку, с этим же составил себе проблем дополнительных. Красава, умею играть, ничего не скажешь. Просто шутер это мое. Так, ладно. Посмотрим по карте. Там есть секрет. Итак, давайте посмотрим, если секрет, то в чем он и где. Здесь? А как туда добраться? Ну просто карта мне говорит, смотри, чувак, там секрет. Я такой подхожу и в упор такой, где? Я без понятия пока что. Что это за крестик такой? Привет. Одинокий такой хромает. Так, ладно. Чекпоинт достигнут. Ну что ж, куда нам? Нам... Угу, понял. А здесь можно почитать. Итак. Перевод из такого-то, такого-то, вечное пламя, часть вторая. Смотрим картиночку. Где-то... А, вот тут секрет, все, я понял. Неплохо. То есть, по идее, да, перепроходить игру, если останется вот эта обилка, все вокруг видеть, то это, в принципе, круто. И там внизу тоже секрет, да? Точно? Нет. А, это тот секрет, все, я понял. А сверху, сверху one up. А как его взять? Вот так его взять, да? Автокарта, которую мы, естественно, тоже заберем. Ну, так, давайте черепушечку вдавим. Вверх? Ну, конечно, вверх. Мы же все время вверх пробиваемся. They combine Sentinel and Hell energies together, refined me, and created Argent. With it they did wondrous things. То есть, да, сразу... Saved worlds from extinction, healed the sick, and gave infinite power to those worthy of it. Стражи сумели объединить энергию ада и свою энергию, и получили таким образом очень крутые бафы, так скажем. Так. Туда, туда. Давайте возьму уж так уж какую-то монетку. This facility was built in secret. The Night Sentinels never knew of its existence. Built by Sentinel slaves, for a maker can set foot in hell, nor demon in Erdak. Argent Denur served a grave.
этот завод был построен тайно, и, собственно, никто о нем не знал. По понятным причинам, блин. Вот смотрите, мы довольно много нашли. Ну, чит-коды остались какие-то ненайденные, да? Вон там внизу остался секрет. Причем я там был, взял игрушку, а дальше не пошел. Ну, да. Да, так, тут наверху есть. А, что я хотел, не знаю. Так, ладно. Не-не-не, чувак, Dead by Daylight, это не сейчас. Сейчас только Doom, только хардкор. Экстра жизнь получена. Экстра жизнь. Ну, нам туда. Оп! Почему? Почему я сразу не долетел? Что случилось? Так. Нам, собственно, куда вы хотите сказать? Пинки? До свидания. Да ёпарасы ты, я только под... Бесите. Я так получил эту экстра жизнь. Только, блин, получил ее. Такое тесное пространство, блин, меня упихать. Вообще, что ли, мозгов нету? О, плазма. А, мне все по очереди разбивать надо. Ну, я разобью, я не против. Так, тут разбил. Тут разбил. Тут разбил. Все, не? Надо было поджечь. Ну, пофиг. А, тут кучу всего надо поразбивать, я понял. Давайте все это поразмочим. Да, наверное, будем уже на эту нашу серию либо заканчивать, потому что, ну, по-моему, уже подходит время. Так, это разбить, это разбить. Что еще разбить? Ну ничего. Нам куда теперь? Обыщите спайр. Давайте там, давайте обыщем. Но, по-моему, я тут уже кругаля накинул нормального, да? Теперь нужно наверх. Я что-то так и думал, что за это можно зацепиться.
Блин, как тупо-то вышло. Давайте тут поднимемся. Что у нас по карте? По карте сверху ждет еще одна битва. Но потом, наверное, должна пройти сохраняшка. И, наверное, ребят... А, я понял, как это все работает. Да ну почему ж ты не зацепился-то? Ай, бред. Глаз? Что за глаз? Да куда ты убегаешь-то? Что, дурачок, что ли, совсем? Так, глаз. Есть. Ай, кибердемоняки, блин. Вояки-демоняки. Ага, туда пока не могу, да? Уби. Нормально. Все, что ли? А почему второй глаз оказался такой слабый? Ой, здравствуйте. Не ожидал тебя здесь увидеть. Бронька. Блин, меня прям готовят. А не к финальному ли боссу меня случайно сейчас готовят? Не подскажете? Что-то уже очень... жирноватенько всего. Так, чекпоинт дадите, нет? Меч я получил, да, спасибо. Get to the transmitter tower. If you can destroy it, the unrefined energy should be able to propel you into their world. The tower is held aloft by two enslaved titans. Break the chains, drop it into the well below. Так. Знаете что, ребят? Не, давайте так. Откуда меня загрузит, оттуда уже загрузит. Потому что я просто сейчас не увидел нигде checkpoint reached. Возможно, мне придется повторить прошлую битву. Но в следующей серии мы с вами начнем с этого момента. Поэтому не переживайте. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладуши и всем покеда.